Порошенко разрешил украинцам посещать храмы Московского патриархата. Украинцам не будут запрещать посещать церкви Московского патриархата. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ИЦФ. Если кто-то хочет посещать церковь, центр которой находится за пределами нашего государства, это их право. Никто не имеет права указующим перстом запрещать посещать, сказал Порошенко. По его словам, на Украине была и будет гарантирована свобода совести. 22 апреля Синод Вселенского Патриархата на очередной сессии рассмотрел прошение Петра Порошенко о создании на Украине автокефалии православной церкви. 19 апреля Порошенко попросил поддержать его обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви на Украине. На Украине действуют три религиозные организации, причисляющие себя к православным христианам. Две из них, Киевский патриархат, появился в 1992 году, и Украинская автокефальная православная церковь, организована диаспорой в Северной Америке и Западной Европе, не признана православными церквями других стран. Канонической считается только Украинская православная церковь Московского патриархата. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.